Давайте так. Мы из наших Ань сделаем елок. Договорились? Похожи они на елок? Да. А ну-ка веточки расставьте, елочки. Расставьте веточки. Не, подожди, это не елка будет. Вот, вот эта елка. Раз. Ты меня слушай, Снегурочка не слушай, она двоечница. Так, и раз. Вторая елка. Получилось? Да. А кто мне поможет наряжать елку? Так, на свои места. На свои места. Я так и думал, что я. Все отошли. Давайте так. Кто еще не играл ни разу? Я. А, все не играли? Хорошо. Так почти или все? А ну-ка, сели все и ручки опустили. Раз. Давай так, Снегурочка, ты выбирай себе капитана, а я себе. Договорились? А я вон хочу капитана. Выходи. Ага, хорошо. Ну тогда я вот здесь поближе возьму капитана. Иди сюда ко мне. Давай так, раз. И я набираю тебе команду. Нам надо по 5 человек в команду. Итак, раз. Два, давай быстрее. Три, четыре, пять. Люди в белом, поехали. Итак. Елочки, все хорошо? Все хорошо. Это радует. Смотрите, нам, как оказалось, нам надо здесь строиться. Бегите сюда, капитан, беги сюда ко мне. Беги сюда. Раз, беги, беги. Раз, и в затылочек. Вся команда за капитаном построилась. Быстро, быстро, быстро догнали. Раз, получилось? 4, 5, так, затылочек. Знаем, где затылочек? Смотри, как хорошо. Итак, у нас же не может называться команда раз или команда два, правильно? Не может команда левой руки, команда правой руки? Нет? Надо название для команд придумать, договорились? Стой, подожди, так не понимаю. Посовещались 3 секунды. Подожди ты, каратист. Посовещайтесь, вы в своей команде, вы в своей. 3 секунды даю. Лёшка может считать. Раз, белочки не замерзли. 2, 3. Итак. Наши болельщики громко хлопают для команды, которая называется... Новогодняя игрушка. Новогодняя игрушка. Ваши аплодисменты. И... Подожди, суперчемпион, это секрет был. И точно так же громко мы хлопаем для команды... Суперкаратист. Суперкаратист, как нам казалось, а не суперчемпион. Мы их потом научим. Итак, чем надо наши елки наряжать? Ничем? Так и оставим? А ну смотри, что есть на этой елке? Да, елки будем рвать. Нет, с той елки рвать не будем, нас потом ругать будут. Давай так, у Снегурочки есть вот такие вот, покажи всем, а то у меня не получится достать. Есть вот такие вот новогодние игрушки. И надо будет по одной, по очереди, Снегурочка показывает, прибежать и к этой елочке прикрепить. Если закончились вот тут пуговки, можно на ухо повесить. А что, уши разве не для этого сделаны, нет? Итак, ну что? Где команда? Раз, команда два. Молодцы. Болельщики, кстати, ребята, все, кто сидят вот здесь вот, у меня есть приз отдельный для самого громкого и для самого шумного болельщика. Договорились? Кто будет громче всех хлопать и кричать там? Как команда называется? Девушка-старики забывает всегда. Каратист какой? Супер-каратист. Будете кричать «Супер-каратист! Вперед!» Договорились? Нет? Ну хорошо, там уже дальше разберемся. Итак, волшебные наши слова, чтобы игру начать. Кто знает? Раз, два, три, начало. Какая ты умная, молодец. Снегурочка, сюда тоже призна. Все вместе и... Раз, два, три, начало игры. Поехали. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Так, давай. Взрослые, вы чего сидите расслабились? Помогайте нам, пожалуйста. А давайте нам погромче, если чуть-чуть. А ну-ка, проверяю эту елку. Не разбей. Все игрушки надо повесить на наши елки.
уже с вами на финишной прямой, давайте быстрее. Осталось совсем чуть-чуть. Не беги, чего стоишь, давай, суперкаратист, вперед. Малуха, молодец, все как я учил. Ага, а тут хитрее оказались. Упала игрушка. Итак, стоп, игра. Чуть-чуть тише, может на музыку? Итак, давайте для начала похлопаем нашим елочкам, они все-таки такое испытание выдержали. Но теперь же надо определить, какая елочка лучше, правильно? Новогодние игрушки! Подожди, новогодние игрушки. Все ребята расселись на свои места бегом. Итак, елочки, у нас сейчас... Подожди ты, хватит елочку переводить, такая елочка шумная. Итак, у нас сейчас будет небольшой дефиле, договорились? Справимся? Итак, первая елочка. Под громкие аплодисменты наших болельщиков. Выходит, немного покружись в центре. Где громкие аплодисменты болельщиков? Проще похлопать. Рассыпала немного игрушек. И елочка номер два. Под такие же громкие аплодисменты. Все, заигралась. Возвращайся, хватит. Все-таки ты елочка. Итак, теперь же надо решить, какая елочка была лучше. Давайте так, все будем решать по... Все решим по вашим аплодисментам. Кто считает, что победила елочка номер один? Ваши аплодисменты. Подожди, ты, каратист. Кто считает, что победила елочка номер два? Так, кто считает, что победила дружба? А чего вы все хлопаете? У нас не было такой команды. У нас была только одна елочка, вторая.